Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз в черном пакете пришли два объекта, а конкретно чехол прозрачный мягкий на HTC Desire 825 Dual SIM. И еще пришло два стекла. Вот в таком варианте. Сверху лежит у нас непосредственно чехол. Здесь пластиком лежит, соответственно, два стекла. Две специальные по сухую и влажную салфетку представлены. Внутри находится стекло. Давайте удовольствие растянем на два видео. Это сейчас отложим. В данном варианте посмотрим, что из себя представляет чехол. Обычный стандартный вариант. Так, внутри находится поролон. Мягкий чехол. Единственный минус то, что это не бампер, а лишь только чехол. То есть на углах нету соответствующего утолщения. Давайте посмотрим, как данный чехол будет подходить непосредственно смартфону. Итак, есть у нас смартфон. Так, чтобы не снимать ремешок. Как видим, все нормально село. Никаких проблем нет. Предыдущий из кожи заменителя. Здесь он закрывал микрофон. Сейчас здесь все открыто. Ну и видно, что из себя представляет. Причем кнопочки защищены пластиком. То есть все нормально действует. Без особых проблем. Все удобно и хорошо. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.